Ali Yakubov is no ordinary little boy. Every few days, verses of the Quran are said to appear on his skin, and Muslim pilgrims are gathering to catch a glimpse of the writing before it fades. Only one letter remains of this Quranic verse, "Be thankful or grateful to Allah," that was once printed along his leg. Religious leaders say the words appear once a week, usually on a Friday, and as these photographs show, it is always something different. The baby's mother says her son feels unwell each time the verses appear. The signs appear, he gets very sick, he cries, and it is even hard to hold him. No medicine can calm him down or bring the temperature down. The fever lasts for about 20 minutes, during which the verses appear. Her nine-month-old baby has become something of a celebrity, attracting crowds of up to 2,000 Muslims each day. For many, the Arabic writing is a message from God. It is proof that Allah exists, that He is Almighty, that He is with us, and that we are here for Him. I want first of all peace and stability, and I think that is why the Almighty has sent us this child. It is a sign that our brothers should become more devout. For some local Muslims, Ali is a miracle child sent by God. They hope to keep their people safe. Charlotte Turner, Reuters. Село Краснооктябрьское тянутся вереницы машин. Жители соседних поселков, паломники и чиновники. Все хотят посмотреть на 9-месячного Али. На теле мальчика появляются цитаты из Корана, аяты и хадисы. Надписи можно увидеть в понедельник утром и в ночь с четверга на пятницу. Но она ночью появляется, и он очень сильно мучается. 40 температура, его на руках невозможно бывает держать. И мы тоже переживаем за него. Никакие лекарства, ничего не помогает. Первую надпись «Аллах» мама сфотографировала еще в роддоме. Затем арабская вязь начала появляться в августе, накануне праздника Рамадан. Теперь в семье Якубовых есть целый фотоальбом цитат на теле. То на руке, то на спине, то на лице, то на лбу. Это знак «Аллах». Вот эта надпись на ноге – это «Аллаху Акбар». Ну, это «Аллах Велик». Об этом рассказали в мечети, и местный имам сначала посоветовал не афишировать. Мы как раз с имамом на эту тему общались, и на следующий день у него аят появился на ноге. Кто скроет это, поистине того сердце грешно. Весть разнеслась по округе, а затем дошла и до райцентра. В семью теперь приезжает глава района. По его мнению, надписи – это знамение Всевышнего. Мы должны, как руководство, перестраховаться, подстраховаться, чем потом будет у нас голова болеть. Я считаю, что мы должны все меры предпринять, чтобы семья чувствовала себя в безопасности. Все это время за мальчиком наблюдает участковая медсестра. В поликлинике дерматологи предлагали сделать анализ покраснений, но в семье пока отказались. Отреагировали на новости из Дагестана и в Москве. Когда я об этом услышал, первое, о чем я задумался, это, быть может, приближение судного дня. Приближение конца света. По указанию местных властей, Якубовых будут стараться оградить от паломников. А для всех интересующихся в интернете открывают специальный сайт с новостями из семьи. Каждая новая, которая запись будет появляться, мы будем размещать на нашем сайте. У нас люди очень много бывает, которых, значит, надо именно ехать туда, как будто что-то там есть. Исцеление. Ничего этого нет. Фотографии 9-месячного Али уже во все обсуждают в интернете. Одни называют это чудом, другие стараются чуду дать научное обоснование. Например, врачи пишут, что это возможно уртикарный дерматографизм, когда от надавливания на коже остается покраснение. И иногда даже пальцем можно писать по телу. К дискуссиям подключились и сторонники чуда, и знатоки трюков. Старый фокус. Буквы, нарисованные на коже, очень слабым раствором кислоты. Проступают через некоторое время, а позже пропадают. Это настоящий знак. Аллах Акбар. Это напоминание о судном дне. В Краснооктябрьском верят, что это никакие не фокусы, но ждут и подтверждений. Подтвердить это должны специалисты. Понимаешь, в этом деле, там химия, это или действительно, фактически, оно так есть. Пока же свежие фотографии маленького Али по-прежнему показывают местному имаму. Та'ламуна ма а'ламу, ла дахиктум калилан, ва ла бакайтум касиран. Если бы вы знали то, что я знаю, вы смеялись бы мало, а плакали бы больше. Районные власти уже объявили, в семье Якубовых построят двухэтажный особняк. Владимир Кобяков, Вадим Гончаров, Игорь Малышев, НТВ, Кизляр, Москва.